1 мая вечером празднование перенеслось на улицу Свердлова. Здесь, возле концертно-спортивного комплекса, горожане собрались, чтобы посмотреть праздничный концерт. В этот прохладный майский день творческие коллективы города растопили сердца новоуральцев. Номера, которые показали артисты на сцене, укрепляли патриотичный настрой. День Победы горожане ежегодно встречают в едином порыве. Так было и в этом году. Победы, поздравляю ветеранов, спасибо им за мир, что нам завоевали. Настроение как погода, вроде бы дождливо было, да, это воспоминание о войне, а сейчас солнечно, тепло, празднично. Вспоминаю свои прабабушки, которая у меня тоже всю войну прошла, она у меня была медсестрой, вытаскивала как бы раненых, и я очень горжусь своими близкими. Хочется жить, продолжать делать хорошее и благодарность этим людям, которые подарили нам мирное небо над головой. Победа общая, потому что нет семьи, которая бы не несла потерь в этой войне. В каждой семье свое горе, своя гордость. И поэтому в такие дни надо быть вместе. «Смуглянка» на безымянной высоте, День Победы, под песни военных лет и не только. Новоуральцы танцевали и напевали любимые мелодии вместе с артистами. Сейчас звучат здесь военные мелодии. За душу берут? Очень берут. Потому что с этими песнями мы выросли, дожили до этого возраста. Мы все их поем. Мы все их знаем. Радует, что молодые как раз тоже втягиваются в это все, понимают, начинают, что родина одна, другой нет. Если для одних 9 мая выходной день, то для других рабочий. Своим творчеством горожан порадовали коллективы образовательных учреждений, детской школы искусств, Дома культуры Новоуральский, театра музыки, драмы и комедии. Работники культуры, несмотря на любой дождь, снег, холод, всегда дарят свое искусство, свое мастерство для жителей города, для жителей России. Мне кажется, это наш такой священный долг. Мы очень рады, что мы можем поздравить в этот день ветеранов, которых, к сожалению, конечно, каждый год становится все меньше и меньше. Но это праздник для всех нас и праздник для нашей страны. И мы очень рады работать. Здесь праздник российский, праздник нашего народа. И, конечно же, с огромной гордостью мы его отмечаем. Мы выходим на сцену с большим удовольствием, потому как это наша память. Выступают все наши коллективы, включая концертную бригаду «Даешь победу», которая находится на другой, на малой площадке КСК. Все задействованы. Даже когда пошел дождь, ни одного зонтика мы не увидели. То есть все сопереживают. Но это 9 мая, такой праздник, который действительно буквально со слезами на глазах. Постепенно людей становилось все больше. В 21 час перед новоуральцами выступили гости города. Виа «Россияне» из города Пермь. Знаменование 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне прогремел салют. Его залпы стали ярким финалом торжества в честь 9 мая – победы над фашистами, которую завоевали высокой ценой наши героические предки.